Эй, привет, друзья, подписчики мои, что мы сегодня делаем? Мы сегодня будем обозревать, на обзор возьмем вот такой набор из ленты. Смотри, какая приколюха, вам сейчас покажу. В ленте очень хорошие цены. 1200 стоит вот такой набор, 600 стоит вот такой набор, 800 вот такой набор. Это по карте, друзья, без карты цены дороже. Но, слушай, эти цены очень похожи на те цены, что были там лет 5-6 назад, то что, ну реально, посмотри, 800 рублей за такой набор, прям супер вообще. Более того, почему я стал писать именно здесь? Смотри, что я вам покажу, друзья мои. Вот дракон, кстати, будет хороший, он прям большой такой, любопытный будет. Ты можешь его переделать, будешь, вот я просто рисунок выбирает себе, креатор хочет. Смотри, какой прикольный нашел пак, стоит 2000 по карте, я вот ради этого стал ролик записывать здесь. Короче, у нас тут идет, значит, полицейская погоня, и два вот таких маленьких автомобиля. Учитывая то, что, смотри, вот такой малыш стоит 800 рублей. Вот такого здесь в продаже нету. Или есть? Сейчас посмотрим. Подожди, по-моему, был. По-моему, был. Вот он есть. Да, он есть. И он стоит без карты. А, ну тоже 800 рублей. Ну, короче, цены в ленте очень приятные. И получается, что вот этот набор... комбо 2000, и вот такой набор самый большой стоит, получается, под двушку. То есть, по факту, вы экономите целых, ну, почти 2000. Ну, в цифрах 1500, но в целом двушечка. Слушай, вообще, в ленте я вот все такого сейчас взял себе. Прикольный набор. Смотри, цена 800 рублей, но по карте ленты 400 рублей. Мы пробьем отдельным чеком, потому что что-то я не верю в такие совпадения. Майнкрафт, в принципе, есть тоже неплохие варианты. Ну, давайте покажу, что есть еще. В принципе, все. Я раньше в ленте, реально, все было всегда очень дорого. Но почему-то сегодня какие-то космические распродажи, и прям прикольно. Вот. О, вот такой, кстати, смотрите. Вообще халява. Я вам показываю супер халяву. Смотри, здесь есть период акции до 12 сентября 2022 года. Но это обман, такого быть не может. Но, слушай, это круто. Вот такой наборчик тоже прикольно можно купить в коллекции. Вот такой любопытный наборчик Сити. Класс, погнали в студию, что будем собирать. Жух. Ребят, ну крутая акция, слушай, мне нравится. В два раза получается... Жух. Ребятам хотел коробку показать. Вот такой набор, слушай, ну прям он, вот внешне, он, может, он и не очень выглядит симпатично, но он прям довольно увесистый, особенно за косарь 200. Вот столько Лего и должно стоить. За такие цены я вот даже думал еще что-нибудь купить у них. 5 плюс 6, 0, 2, 7, 6, 4 фигурки в комплекте. Вообще с ума сойти. У нас есть Duke Detain, Clara the Criminal, Snake, Rattler. Я вот купил ради Снейка. И у нас тут еще одна какая-то фигурка, которая не подписана. Кто это? No-name фигурка. Слушай, ну он прям тяжелый. То есть прям, ну он прям тяжелый. Вот, итого, открывай. Итого, значит, по таким ценам, по которым купили мы, по которым вы можете купить в ленте, прям нормально. Прям реально, ты можешь купить набор там за 800 рублей, который стоит полтораху. Вообще шикарно, я считаю, прям отличное предложение. Не знаю, что такое, не знаю. Причем наборы вроде новые. Слушай, они так и открываются? Да. Обычно вот эти. Да. Да. Ну, не совсем, конечно, так варварски, но да. Я плохо открываю. Ну, надо пальчиком было аккуратненько. Ну, я понимаю твои проблемы с пальчиками. Ты любишь их засовывать во всякие разные места. А высыпай, ребята, показывай, не скучай. Вот. Ребята, инструкция. О, смотри, вот это интересно сделано. Допустим, набор можно купить на двоих. То есть один ребенок собирает у вас машинку, а другой собирает вот это. Но машинка больше, чем вот это. Так что вопрос. Наклейки. То есть у нас получается три транспортных средства и четыре фигурки. Класс. Пакет номер один. Красный. Ну да, маленький. Получается вот этот пакетик одному ребенку. Типа на. На. А вот это второму ребенку. Ну, это все здесь. Ну, такой не моцик, там просто две детальки скрепляешь и все. Во! Это ребенку поменьше, это ребенку побольше. Да. Все? Да я просто что-то посмотрел, мне показалось, тут какая-то пружина. Подзавис. Не-не-не, я думал, тут пружина, я присмотрелся, тут не пружина. Ну все, будем собирать, короче. Ну я буду собирать, наверное, без Насика. Насик не хочет собирать. Сейчас. Собрал набор, и вы знаете, он замечательный. Значит, во-первых, вот столько доп-деталиков. Приятным бонусом оказалось наличие
вот такой вот цепи. Это приятно. Это приятно, это прям хорошо, это прям классно. Дальше. А давай сразу по... Во-первых, надо поставить на фон коробку от набора. Потому что набор есть, коробки нету. Хоба! Годится. Дальше. А, смотрим. Машинка. И человечек в ней. Мы сейчас его выковыриваем оттуда. Выковыривычком. А, это у нас какая-то девушка. Клара де Криминал. Вот такая вот у нас принцесса в маске. Какой-то у нее шрам креста на щеке. Наверное, это Самурай X. У нее куртка. Ну, вот куртка вот здесь у нее, конечно... Ну, одна сторона головы, это странно. Странно, что они не сделали прическу для нее. Потому что у Дюка есть прическа и есть шлем мотоциклетный. Здесь, по факту, прически у нее нету. Ну, а фигурка прикольная. Дальше. Маленький такой вот чоппер, наверное, как-то так он называется. Он выглядит забавно. Ему даже можно здесь добавить фары, потому что они остались допчиком. Или, может быть, типа их выбили или там еще что-то. Ну, такой маленький чоппер. Прикольно. Интересен он тем, что здесь у него два динамита. Это хорошо, это прикольно. Интересное решение вот с этим вот домкратом, так сказать, который вырывает типа клетку. Прикольно придумали, сделали, выглядит прям реально крюк. То есть крюк, я не знаю, не положили, зажали, но при этом сделали какую-то приколюху, выглядит довольно симпатично. Крюк, может, им самим надоело уже делать. Дальше, значит, у нас вот такая вот девочка, которая, ну, без описания, просто шериф, коп, полицейский, вот такая вот деваха. У нее есть причесон, полис, да, красиво. Дальше, сам главный, значит, у нас мотоцикл, вот такой красивый черный мотоцикл, здесь у него фары, наручники, то есть прям, ну, ребята собрались по делам. И вот такой парень с крутой прической, такие у него кудряшки, шевелюрки, прикольный такой накачанный мужик в таком костюме крутом. Нет, костюм у него реально прикольный. То есть, посмотри, он прям сделан, как будто прям ты видишь его торс, и как будто сверху у него вот эти вот, ну, амбишуры, как она называет, не амбишура, а это, господи, разгрузка для дополнительных там вещей, амбудирования, скажем так. Фигурка крутая. И еще у него есть каска. Каска-шлем. Мотоциклетный байк-шоу. Байк-шоу будет устраивать. Фигурка Снейка Рэтлер. О, кстати, я перепутал им ноги. Ну, должны быть синие ноги. А я поставил ему не синие ноги. Но ничего страшного, мы поправим. И фигурка Снейка Рэтлера. На самом деле, я бы взял другие пары наборов. Но я взял этот набор ради фигурки Снейка Рэтлера. Потому что, во-первых, у него зуб висит на шее. Во-вторых, у него классная шляпа ковбойская. И в-третьих, у него знак Бакса. Ну, это реально гангстер. Гангстер. Ему прям не хватает минигана или Томпсона, или типа того. Прикольно. По фигуркам. Круто. По аксессуарам. Ну, по тачкам. Нормально. Класс. 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 Но. Главная вишенка просто на тортике – это вот этот автозак. И этот автозак смотрится максимально круто. Я бы подобрал другое слово, но YouTube такое не пропустит. Это супер автозак. Реально. Единственное, что не хватает, как будто бы вот здесь не хватает еще одной такой вот линии с мигалками. Вот. Но и без нее клево. Посмотри, у него мощный передний таранный этот вот морда. У него какая-то здесь труба выхлопная, да, понятно, все красиво. У него здесь есть вот эти вот зеркала заднего вида. Кабина снимается в лучших традициях. Дальше, в кабине у нас очень приятный меховой салон, посмотрите, как красиво сделано. Кружка с чаем, наручники плюс руль. Все, что нужно еще, ничего, правильно, это супер, это прям прикольно. Снизу выглядит тоже любопытно, довольно так прям нормально, держится хорошо. Дальше, вот эти ступеньки, подъем, выглядит просто максимально круто. Это сделали очень приятно, очень качественно, прям, ну, хорошо. Дальше, задняя часть, это полис, да, она, значит, открывается сверху. То есть можно посмотреть, что внутри, вот там внутри ничего нету. Дальше, у него вот эта штука, которая, да, соответственно, открывается. Сюда могут посадить Снейка Рэтлера, которого захватит. И, ребята, look at that, я почему-то не понял, насколько круто это будет работать. Давайте я вам продемонстрирую. Значит, вот здесь такая вот неочевидная деталька, как будто есть, как будто нету. Это супер функция. Итак, смотрим, поехали. Пам! Она выскакивает. То есть, понимаешь, здесь сделано все максимально четко. Не нужно ничего поднимать, отцеплять. Как, допустим, крышу, да, отцеплять. Это плохо. Вот это хорошо. А, кстати, у этой машины еще такие трубы крутые здесь есть. То есть,
Ты просто берешь, смотри, пау, и все. Выглядит этот механизм примерно вот так вот. И он смотрится, ну, офигенно. Мне очень нравится, очень клево сделано. И автозак вообще смотрится такой довольно-таки увесистый такой товарищ. Единственный вопрос, вопрос у меня номер один. А, блин, я опять все перепутал. Я не понял. Сейчас, ладно, разберемся. Подожди. Значит, вопрос, для чего вот эта штучка? Для чего вот эта штучка? Где прицеп? Где еще что-то, что должно быть? Непонятно. Набор вообще супер. Я опять неправильно поставил. Подожди, нет, стой, как было? Вернем, вернем ноги. Все-таки здесь я поставил правильно ноги-то у этого парня. А, вот у этого парня, у полицейского копа черные ноги, вот. А вот эти я поставил неправильно. У девахи синие ноги. Господи, боже мой. Слушай, прически и шляпы прям отваливаются, прям выскакивают мгновенно. Это плохо, мне не нравится такое. Мне нравятся фигурки, которые лысые. Знаете, такие фигурки лысого цвета. Лысого прически головы. Вот Снейк Рэтлер настоящий. Вот так. Ну, не знаю, мне кажется, с черными, да даже с синими штанами он выглядел, по-моему, поэпичнее как-то. Так вот, просто коричневые серые штаны. Ну, типа, не знаю. Вот, а так, слушай, набор, вот за косарь 200, вообще топчик, реально цена как должна быть в Лего, адекватный прайс. Мне зашло, прям приятно, все круто. Друзья мои, вот такое у нас было видео, подписался, ставь лайк, нажимай на динь-динь-дон, дикидон. С вами был ваш любимый, лучший ведущий, Неуга Моша. Огромное спасибо, что были сегодня все здесь со мной. Всем удачи, всем пока. Зая, ты неправильно собрала дракона, между прочим. А не, вот неправильно ноги-то поставила. А вот мы с ребятами нашли твою ошибку. Папа. Дракон. Все, всем пока.